По требованию Генпрокуратуры в прошлом году Роскомнадзор заблокировал более 900 сайтов экстремистской направленности. Свыше 500 из них распространяли материалы, запрещенные в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство». Наряду с этим в прошлом году Роскомнадзор вынес 39 предупреждений СМИ за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности. Наибольшее количество из этого числа за возбуждение религиозной розни. Как отметили в Министерстве, подавляющая часть экстремистской информации удаляется по требованию Роскомнадзора провайдерами хостинга или администрациями сайтов. Счет таких ресурсов идет на тысячи, и до блокировки противоправной информации дело доходит крайне редко.